А Каррента Примавера – это коляска, которая удивляет сочетанием своей цены, функционалом и удобством использования. Еще бы, ведь эту штучку можно купить за цену менее 5000 рублей, а в придачу получить еще и несколько полезных аксессуаров. Она очень легко складывается, отлично подойдет для домов без лифта, лета и путешествий как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте. Вес коляски всего 5,5 килограммов, она рассчитана на детей до 15. Ручка Примаверы покрыта приятным мягким материалом, хват удобный, ее высота 98 см. У коляски большой капюшон, дополнительная секция открывается на молнии. Капюшон раскладывается буквально до самого бампера и хорошо защищает ребенка от непогоды. В капюшоне есть смотровое окно, открывается оно на липучке. Сзади есть кармашек для мелочей. Ткань можно откинуть в жаркую погоду для проветривания. Спинка регулируется ремешком. Спинка здесь без завала, хорошее вертикальное положение. Откидывается она в горизонт. Длина спального места 74 см, ширина 30. Пятиточные ремни безопасности. Верхние можно снять, но переставить не получится. Бампер снимается целиком, он покрыт той же тканью, что и вся коляска. Есть перемычка между ножек. Подножка легко регулируется. Есть подножка или подросшего ребенка. Передние колеса можно заблокировать. Корзина здесь большая, с жестким дном. Доступ не ограничен при опущенной спинке. Тормоз сзади на каждом колесе. Коляска очень легко складывается, она легкая, ее легко нести. Подойдет для домов без лифта. В сложном виде стоит самостоятельно. Раскладывается двумя руками. В комплекте здесь вот такая теплая накидка на ножки. Примавера хорошо показывает себя на дороге благодаря тому, что у нее цельная ручка, ничто не мешает держаться посередине и управлять коляской одной рукой. Да, нужно учитывать, что вес ребенка в коляске отражается на легкости ее маневрирования. Чем он тяжелее, тем сложнее управлять. Но с весом до 10 кг коляска остается очень маневренной и легко рулится, можно спокойно пить кофе или вот гулять с собакой. У коляски пластиковые колеса и могут проскальзывать на гладкой плитке. Примавера неплохо справляется с плохими дорогами. Конечно, эта крошка не предназначена для бездорожья, но на проблемных участках, как правило, не запинается и уверенно проскакивает в кочки и ямки. Стопорнет на больших корнях и глубоких дырах. У Примавера в раме есть амортизация. Это не надувные колеса, но она старается сглаживать эффект от неровных дорог. Здесь хороший вынос ручки, и мамы любого роста не пинают перекладину сзади.
Эта легкая штучка очень просто заходит на бордюр, а корзина тут достаточно высокая и редко задевает. Primavera хорошо спускается на задних колесах, ширина шасси здесь 48 см, и она входит во многие пандусы. Едет она довольно тихо. Если бы у меня дети были, если бы у меня бабушка бы была, это бы вообще все решило. Я бы могла... К минусам я отнесла бы завал спинки. Для более удобной посадки нужно поднимать подножку. Также хотелось бы поворотно-откидной бампер и спальное место побольше. Эта коляска отлично подойдет тем, кто живет в доме без лифта, хочет путешествовать на своем личном автомобиле или пользуется общественным транспортом, ведь ее так легко сложить одной рукой и поднять. Она имеет очень маленький вес, отлично управляется, тут приятные материалы и большая корзина. А цена Primavera способна очень приятно удивить.